«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. К другим темам. Прошедшие выходные обошлись без серьезных происшествий. На дорогах района пара десятков ДТП, но, к счастью, никто не пострадал. В сводках пожарных нет возгораний. Положительная динамика в том числе зависит и от грамотной профилактики, отмечают огнеборцы. Кстати, в области стартовала программа «Безопасность Подмосковья». Ее участники – многодетные и малоимущие семьи. За счет областных средств им устанавливают противопожарные извещатели. Специальные датчики распознают задымление и предупреждают о нем громким звуковым сигналом. Сколько извещателей бесплатно установят в Клинском районе, расскажет замначальника отдела надзорной деятельности по Клинскому району Павел Мелехов. В Клинском районе подлежат устройству, оборудованию автономным дымовым пожарным извещателем около 2000 семей. Будут выполнены работы по установке более 7000 автономных дымовых извещателей. Поэтому я обращаюсь к гражданам, которые в этой программе состоят, чтобы они всяческим образом помогали, впускали в свое жилище сотрудников организации. У данной организации будет специальный пропуск, который они будут демонстрировать при установке. Данная установка выполняется там в течение нескольких минут.